Великолепная погода подарила позитивное настроение не только хвостикам, но и волонтеру. После нескольких дней дождя, мороза и гололеда, сегодня в поселке, где домашний мини-приют Людмилы Чернецкой, просто великолепная погода. Ночью выпал небольшой снежок. Он, правда, мокроват, прибавил работы, но зато не скользко. Ребята наши наигрались, да еще и на солнышко выглянуло. Настоящая сказка, особенно за калиткой в полях. На тропинках следы невиданных зверей, которые прибегают ночью покушать. Красота, аж настроение улучшилось, а то как-то последнее время все у нас не очень гладко было. Смотришь на них и понимаешь, что как же им сейчас хорошо. Снег, зима, свой двор. Ну что еще нужно им, этим малышам, для счастья?